Северреч-флот перешел на второй этап обновления пассажирского флота. Первое из четырех новых судов приводит в Ханты-Мансийск уже этой осенью. Сейчас к навигации готовятся уже зарекомендовавшие себя теплоходы. Тимур Чешков расскажет о деталях ремонта и планах на предстоящий сезон. Дело мастера боится. Рамис Маматулин всего за 11 дней вместе с товарищем может перебрать двигатель теплохода «Метеор». Работа требует внимания, нужно проверить каждую деталь. Почти хирургическое вмешательство. Двигатель – это сердце судна. За навигацию он проходит примерно 1500 моточасов. Он требует детального внимания. Смотрим по направляющим, по седлам, то, что съедено, не съедено, то, что подлежит замене или нет. Потом втулки цилиндров тоже также дефектуем. Упустить нельзя ни малейшую деталь. Если двигатель сломается, жизни людей могут оказаться в опасности. Несмотря на то, что техника качественная, во время эксплуатации она испытывает колоссальную нагрузку. Осталось отремонтировать один из шести двигателей. Эти пять силовых установок уже готовы к монтажу в судно. На ремонт каждое ушло порядка 2 миллионов рублей. Не меньше внимания уделяют и обшивке судна. Толщину каждого листа проверяют на дефектацию при помощи специального прибора. Такая проверка обязательно каждые 5 лет при проведении среднего ремонта. Специально зачищается корпус от краски, которая до металла. И после этого уже производится его замер специализированным оборудованием. Согласно уже замеров определяется состояние листа, либо он в допуске, либо не в допуске. В этом случае лист, который стал намного тоньше нормы, подлежит замене. Сегодня экипажи выходят на работу по мере необходимости. Первый этап подготовки к навигации – проверка корпуса судна и двигательно-рулевого комплекса, а также прохождение государственных проверок. Все освидетельственные, все, которые необходимы, доковые, то есть судно на берегу, мы проводим сейчас. И по мере приближения весны, ну, как бы, там будут другие работы. Проверка двигателей, там, автоматики, сигнализации различные, ну, много систем, радиостанции, оборудования. В этом году Северречь-флот перешел на второй этап обновления. Прежде на реки Югры вышли яркие и легкие валдаи. К осени 2022-го прибудут не менее красивые и надежные современные метеоры. Тимур Чешков, Сергей Вояшко, Вести, Югория, Ханты-Мансийск.